Давай. В ночь с 27 июня по 28 2017 года при невыясненных обстоятельствах пропала моя дочь Гатилова Екатерина Алексеевна, проживающая в село Большая Глушица, улица Пугачевская, 11, квартира 10. В 2 часа 25 минут по полуночи на мой контактный телефон с неизвестного номера поступила угрожающая смс-ка с угрозами, что мы больше свою дочь не увидим. Сразу мы поехали на квартиру, где не обнаружили дочери. Телефон ее уже не отвечал. Мы обратились в местные правоохранительные органы и ГУВД Самарской области. На настоящее время моя дочь не вернулась. Контактный телефон не отвечает. Я прошу всех неравнодушных людей помочь в поиске моей дочери. Oh.